Андрология последние годы одним из таких активно развивающих областей, ну, скажем, не только медицины, да, но мы все-таки будем считать, что это часть урологии. На самом деле, сегодня, последние годы, большие достижения достигли последние 10-20 лет, скажем так, да, появление ингибиторов, сделали революцию для лечения эректильной дисфункции. Если так смотреть, количество публикаций, посвященных по эректильной дисфункции, то появление ингибиторов фосфодиэстераз 5-го типа и после, они увеличились почти сотни раз. И, соответственно, это дал толчок новым исследованиям в области эректильной дисфункции. Сегодня активно ведутся большие работы в области генной терапии эректильной дисфункции, в области лечения эректильной дисфункции стволовыми клетками. Это открывает широкие возможности не только улучшения качества сексуальной функции у данной категории больных, а также вообще полное восстановление эректильной функции, особенно у тех пациентов, имеет высокий риск возникновения этих нарушений. Ну, последние годы также достигнуты большие результаты, так называемые, в области репродуктологии. Да? Ну, если несколько десятков лет до этого мы определенную категорию больным ставили крест на возможность зачать ребенка, иметь своего генетического ребенка со стороны мужчин, конечно, да, особенно больные, которые имели ретроградные эякуляции, мужчины, которые имели азооспермию, имеют азооспермию, да, им недавно не было возможности иметь своего генетического ребенка. Сегодня, используя современные возможности репродуктивных технологий, микрохирургических техник, да, ну, почти больше половины случаев мы создаем условия для того, чтобы у этих пациентов были свои генетические дети. Кроме того, в последние годы активно внедряется появлением новых шовных материалов, новых материалов в области реконструктивно-генитальной хирургии. Да. Мы сегодня активно используем достаточно хорошие качественные материалы для корпоропластики, допустим, для уретропластики. И, соответственно, внедрение вот этого современного достижения наук и технологий, особенно продукты клеточной технологии, я думаю, что в ближайшем будущем еще усилить и увеличить шансы наших пациентов имеет более качественной жизни. Все те достижения, которые есть в области андрологии, я ознакомился с программой, там есть доклады, которые имеют отношение и современным репродуктивным технологиям, и где используются возможности клеточной технологии, да, и также там есть доклады, посвящающие как бы вообще проблемам мужского здоровья, и также есть часть видеодокладов, что интересно, я первый раз видел вот именно впервые в программе докладов вот данного мероприятия, это посвящено видеодокладам, которые имеют отношение к реконструктивной генитальной хирургии. Наш коллектив представляет в этом году, мы предоставляем три очного доклада, такого устного доклада и два доклада в виде видеопрезентации. Ну, в первом докладе мы в основном раскрываем возможность индивидуального подхода к терапии эректильной дисфункции. Да, но это очень важный практический доклад для начинающихся урологов, где раскрываются возможности как бы именно ведение беседы с пациентом в плане диагностики, да, и разбирается подходы к терапии с разных сторон, да, и раскрываются все возможности индивидуализации каждого пациента в плане при выборе терапии эректильной дисфункции. В следующем своем докладе я буду рассказывать о возможности консервативного лечения, современной возможности консервативного лечения мужчин с бесплодием, чаще всего обусловленным воспалительным процессом и иммунной бесплодией. И еще один доклад будет посвящен как бы здоровью мужчин старше 45-летнего возраста, где будем оценивать как бы здоровье мужчины как со стороны соматического здоровья, как со стороны репродуктивного здоровья, так со стороны, скажем, сексуальной функции. Да, в принципе, такой мультифакторный подход к мужскому здоровью, который вот как бы начинается старше 45-летнего возраста. Когда мы здесь общаемся, во-первых, есть место, где поделиться каждому как бы специалисту своими мнениями. Да, иногда вот есть некоторые молодые специалисты, у них нет возможности выезжать за рубеж, где-то посещать там, допустим, да, другие мероприятия. То, что организовал Петр Андреевич Щеплёв, ну, он считает, что он сделал революцию еще в свое время, когда не было таких широких, больших мероприятий. Он
успел создать здесь такое мероприятие, которое, знаете, вот, показывая современные возможности андрологии в лице, ну, экспертов, которые являются в этой области в мире, ну, проявили интерес у молодых специалистов, которые живут в России, и, соответственно, это как бы дает возможность нам общаться, делиться своим опытом и передавать это молодежи свой имеющийся опыт.